Жители Петровск-Забайкальского разочаровались в покупке. Монгольская колбаса, приобретенная ими в гипермаркете «Абсолют», оказалась зараженной опасным вирусом африканской чумы свиней. Сейчас продукция находится под арестом. Вся партия конфиската будет уничтожена. Мы самое главное это хотим обратиться к жителям края, что если вдруг приобрели данную продукцию, ее необходимо вернуть. Значит, можно или в Россельхознадзор сообщить об этом, или в ветеринарной службе. Самое главное, чтобы колбасные вот эти изделия не попали в пищу свиньям, потому что вирус распространяется очень быстро и алиментарным путем. Для людей это не опасно, но как бы меры должны принять все. Колбаса из Монголии общим весом 8 тонн попала и в Бурятию. Мясные изделия призывают вернуть в магазины, там их примут без чеков и по двойной стоимости. Если остатки колбасы достались животным, нужно незамедлительно сообщить об этом ветеринарные службы. В Петровск-Забайкальском районе сейчас предприняты все действия для недопущения распространения вируса. Рекомендовано ГБУ Петровск-Забайкальский СПБЖ создать комиссию по уничтожению зараженной ЧС партии колбасы производства Монголии, произвести уничтожение зараженной колбасы, партии колбасы производства Монголии на территории городского округа Могильника, отделом ГО ЧС и ДДС городского округа и муниципального района, главам городских и сельских поселений продолжить информирование населения о недопущении приобретения колбасы производства Монголии, довести до владельцев крестьянских фермерских хозяйств об угрозе скармливания пищевых отходов от колбасных изделий и упаковки. На территории городского округа Петровск-Забайкальский магазин «Абсолют» существует 3 года. В Россельхознадзоре отметили, к владельцам всей торговой сети будут применены меры наказания. В районе Машзавода в Чите работники гипермаркета «Абсолют» заверили съемочную группу ЗАП-ТВ. Колбасных изделий из Монголии на прилавках сегодня нет. Все проверки по выявлению опасных колбас прошли еще вчера. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.